В нашем мире еще полно неизведанного и неизученного. Вещи, которые сложно поддаются осмыслению, вероятно, из-за того, что они не принадлежат нашему миру. А может, просто потому, что мы не хотим смириться с тем, что не являемся хозяевами на этой планете. Это раздражает, это пугает, но как бы вы ни относились к необъяснимому, это существует. Канал «Интересные факты» представляет подборку ужасного и необъяснимого, что было снято на видео. Это видео с разных камер наблюдения одного офиса. Его сотрудники стали замечать непонятные вещи, которые происходят на рабочих местах. Увиденное их невероятно испугало. Камера наблюдения зафиксировала в пустом кафе прозрачный силуэт, напоминающий высокого человека. Следующие кадры сняты с камер видеонаблюдения. Непонятные вещи происходили в абсолютно пустом помещении. Только после тщательного просмотра видео мотоциклист заметил, что заснял идущее по дороге привидение. А на этом видео камера наблюдения зафиксировала сильное проявление полтергейста. Поначалу просто двигались предметы. Девушка, которая находилась в комнате одна, сильно испугалась. Дети резвились в доме, когда услышали, что наверху кто-то есть. Следующие кадры были сняты в заброшенных домах. На следующих кадрах видно, что мотоциклисты возят за собой призраков. В салоне сотовой связи камеры наблюдения засняли призрак девочки. После этого салон закрылся, люди боялись там работать. Еще одно появление призрака зафиксировала камера в Малайзии. Нечто появилось прямо перед машиной. Водитель остановился посмотреть, что это было, но никого уже не увидел. А вот видео из отеля в Японии. На нем видно, что женщина проходит прямо сквозь стену. Страшные вещи происходят и в помещениях полных людей. Случай в магазине по продаже компакт-дисков изрядно напугал работающего там мужчину. Когда он расставлял товар, коробки с дисками без видимых причин стали падать со стендов. Парень решил убежать из страшного магазина. На следующих видео проделки полтергейста в супермаркетах. Посетители даже не поняли, что произошло, пока не посмотрели это видео. А это видео, снятое камерами, которые оставили в помещениях на ночь. С
вами был канал «Интересные факты». Подписывайтесь на нас, и вы узнаете еще много удивительного.